Наш следующий сюжет об одной из самых молодых и самых восточных обителей православной церкви, о Петропавловском женском монастыре, что в Преамурской митрополии. Создание первой монашеской общины в Преамурской митрополии началось в 2001 году с освящения места под строительство монастырского каменного храма. Место выбрали в 60 километрах от Хабаровска, в селе Петропавловка, на сопке близ Петропавловского озера. Через год здесь был зарегистрирован приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Тогда же поселились первые насельницы будущего монастыря. Насаждать монашеские традиции им помогали сестры из Свято-Никольского монастыря Калужской области. Так, со временем приход преобразовался в полноценную женскую обитель. В 2006 году был освящен первый монастырский храм в честь первоверховных Петра и Павла. Эту церковь сейчас называют «жемчужиной Преамурской митрополии». Она была построена в стиле XII века с уникальным пятиярусным иконостасом, большинство икон в котором написаны сестрами обители. Местные насельницы, созидая молитвенную жизнь монастыря, не забывают и трудов насущных. Петропавловский монастырь славится продуктами собственного производства. Регулярно на престольный праздник, когда здесь особенно много паломников, проводится монастырская выставка-ярмарка, на которой представляются плоды трудов монахинь и послушниц. Сыр, масло, творог, мед и продукты пчеловодства, буклеты, календари, блокноты с монастырской символикой. За прилавками стоят сами паломники. Уж очень любят они эту сельскую обитель. Само место святое, освященное, помогает человеку внутренне как-то собраться, перестроиться, обновиться, что ли. Радость почувствовать настоящую. Ну и причаститься здесь тоже как бы радостно. И то, что существует этот монастырь, кто-то молится о нас, из-за нас, мне кажется, это связано с тем, что жизнь у нас все-таки налаживается постепенно.